Здравствуйте. С 11 по 19 января в городе проходит операция «Нетрезвый водитель» вместе с инспекторами ГИБДД. Наша съемочная группа, как всегда, отправилась в ночной рейд. Рейд по нетрезвым водителям начался в 7 часов вечера. В начале 8-го поступило сообщение от граждан. На заправку в Зашекснинском районе приехал явно пьяный водитель. На место выехал экипаж ДПС. Осторожнее, осторожнее. Я не достаю. Вы на ногах не стоите. Подожди, это я сейчас не стою. Что случилось-то с вами? Сколько выпили-то? Это я сейчас не стою. Так сколько выпили? Понимаешь, подожди. Дайте объяснить ситуацию. Да, давайте, слушай. Я сел за руль, когда уже... Все адекватно было. До свидания, ГАИ. Вот так, да? Ну, что вы мне предъявите? У меня не прав сейчас в данный момент. Нет, что вам предъявить? У меня жена все забрала. Понимаю. Так вы за руль-то, вы зачем сидите за руль в таком состоянии? Гражданину предложили присесть в патрульный автомобиль. Эта идея ему не понравилась. Мужики, сядь в машину. Сядь в машину. Так наручники одену сейчас. Успокойся и сядь спокойно. Я одену. Документов при себе водитель не имел. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции. А тем временем столкновение трех автомобилей в Заречье. Один из участников аварии, водитель Некси, оказался с признаками алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте. При помощи прибора состояние опьянения установлено. Мужчину лишат водительского удостоверения. Далее поступает сообщение из дежурной части. В районе Соборной Горки занесло автомобиль. Транспорт выбросило на тротуар. Пострадавших, к счастью, нет. Водитель рассказывает, как все случилось. В процессе признается, употребил перед поездкой. Вы ехали вот на этой 10-й модели. Не справились с управлением. Так вы... Вот у вас... Меня занесло, по голове, я врезался. Я понимаю. А вы почему в таком состоянии-то управляете? Ну... Что пили-то? Пришлось? Что вынудило вас сесть за руль выпивши? У меня семейные обстоятельства. Семейные обстоятельства. А что пили-то перед тем, как за руль сесть? Пиво. Пиво? Много пива выпили? Литр пива? Но вы знаете, что нельзя управлять. Я знаю. Тут вступает группа поддержки. Я вот залюбил. Так, все. Я вот водитель у меня есть. И вы, да? Вы по очереди были все? Я был залюбил, когда все залезли. Да. Когда занесло машину, я был залюбил. Столько желающих? Да. Сразу. Водитель не стал отказываться от освидетельствования и, как это говорится, подышал в прибор. Гражданина оформили, его машину, которая, кстати, после повреждения оказалась не на ходу, погрузили на эвакуатор и отправили на спецстоянку. А это уже улица Западная. Здесь сотрудники ГИБДД выявили еще одного нетрезвого водителя. Ехала машина навстречу, значит, номера все грязные были. Водитель ремнем не пристегнут. Вот, и целая народу машина. Значит, обратили внимание, развернулись, догнали. С помощью спецсигналов остановили. Ну, в итоге при проверке документов выяснилось, что от водителя исходит резкий запах алкоголя. Впрочем, сам мужчина отрицает, что выпивал перед тем, как сесть за руль. Вы употребляли спиртные напитки? Нет? Почему у вас имеются признаки? Пахнет. Не знаете? Водитель пожелал отправиться в наркологию. В медучреждение его доставили. Там и подтвердились подозрения инспекторов. Водитель пьян. Всего за выходные в ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД задержали 18 нетрезвых водителей. Отметим, в субботу резко ухудшились погодные условия, что незамедлительно сказалось на обстановке на проезжей части. Вписались, и аккумулятор все сдох, из дороги отъехать не может. Инспекторы помогли оттащить автомобиль с дороги, а всего за субботний вечер произошло более 30 столкновений. В городе есть железнодорожные пути, по которым еще и ходят составы, напоминают водителям инспекторы ГИБДД. Все подробности далее. Улица Гоголя. Железнодорожные пути обозначены соответствующим знаком. Еще один знак информирует водителей. Движение без остановки здесь запрещено, но его требованию подчиняются не все автолюбители. Проехали переезд, у вас там стоит знак «Стоп, движение без остановки запрещено». То есть вы перед тем, как переехать в железнодорожный переезд, должны полностью остановиться. И только убедившись в отсутствии возможно приближающегося поезда, продолжать движение. А вы сходу, вам не проехали, вам не страшно? Нет, ну ходовая сигнализация не работает. Так. Притормозил, почему не сходу? Но вот здесь шлагбаума нет. Световая сигнализация – это одно. У вас имеет... Вы знак-то видели вообще? Да. Видели? Плохо, но видели.
А считаете, что не нужно соблюдать его требования? Ничего не нужно. Так, по рельсам тоже очень сложно скакать. Нет, так тем не менее, эта железнодорожная линия, она действующая, она не какая-то там нерабочая, да, чтобы так смело выезжать. Я бы на вашем месте не рисковал, потому что все ДТП, которые происходят на ЖД-переездах, они заканчиваются. Практически. Да, потому что поезд остановиться мгновенно не сможет, и удар, сами понимаете, какой может быть силы. Район Дока – та же картина. Знаки есть, но многие автолюбители не останавливаются перед путями, не задумываясь о том, что может поехать состав. Вы при проезде через железнодорожные пути не остановились. То есть у вас вперед, видите, с этой стороны знак «Стоп». Он означает, что движение без остановки запрещено. С той стороны установлен такой же знак. То есть вы перед тем, как проехать данные пути, вы должны остановиться полностью, чтобы убедиться в отсутствии движущегося поезда. Потому что... Там точно, там же нет этого. Вы как увидите поезд? Он идет быстро. Остановиться у него, как у автомобиля, возможности нет. Еще один переезд есть на улице Судостроительной. Там установлен специальный светофор. Красный свет говорит о запрете движения. Сигнал также часто игнорируют водители, поэтому им напомнили о правилах. Что можете сказать о правилах проезда вот данных переездов? Смотреть на светофор. Ну, здесь знаков стоп нету, перед которыми надо обязательно останавливаться. Все правильно. А так просто по светофору только. Ну и звуковой сигнал, соответственно, звуковой, да. Сигнал. Ежегодно в России происходят десятки аварий на железнодорожных путях, которые заканчиваются, понятно, плачевно. Итак, при подъезде к путям водители обязаны руководствоваться требованием дорожных знаков, светофоров, положением шлагбаума и указанием дежурного по переезду. Запрещается обгонять транспорт на путях. За нарушение водители могут получить штраф в размере 1000 рублей. Также могут лишиться водительского удостоверения на срок от 3 месяцев до года. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся в четверг.